Приветствую вас на вводном уроке тренинга «Как построить структуру Vivasan через интернет. Базовая часть». Я Игорь Черноусов, я технический специалист команды Ольги Васильевны Шерешевой. В этом вводном уроке я вам расскажу, что будет на этом тренинге, и дам несколько рекомендаций по его прохождению. Итак, наш тренинг будет состоять из трех частей. Базовая, продвинутая и третий этап – это автоматизация. Зачем вот это разбиение? Почему не дать все и сразу? Если вы хотите получить результат от какого-то обучения, информация должна даваться порционно, по мере усвояемости, чтобы не было вот этого информационного обвала, когда человек что-то не понимает и дальше уже ничего не слушает. На базовом уровне будет дана информация, которая не требует никаких глубоких технических знаний, легко повторяемо, это очень важно, но дает необходимый объем знаний и инструментов для того, чтобы начать использовать интернет как источник привлечения клиентов. Конечно, третий этап нашего тренинга – это то, что хочет выстроить каждый свой сетевик, что сейчас активно рекламируется. Это привлечение на автомате. Все это реально работающие схемы, несложные в принципе, но при одном условии, если ваш уровень технических знаний на уже определенном этапе своего развития. Какая основная задача ставилась при написании этого тренинга? Первое и наиболее важное – это помочь людям, у которых есть уже практический опыт на земле, по привлечению и построению структур, перенести этот опыт и знания, адаптировать его под интернет и начать использовать интернет для привлечения новых людей в свои структуры. Конечно, еще одной задачей – это задача помочь новичкам, то есть людям, которые еще не эксперты, дать им какую-то пошаговую схему, что необходимо делать в интернете для того, чтобы привлекать людей, чтобы строить свои структуры. Интернет сейчас – это модно, и многие считают, что работать в интернете, трудиться в интернете значительно проще, чем на земле. В нашем тренинге, во всяком случае в версии 1.0, мы рассмотрим работу с тремя инструментами. Это социальная сеть ВКонтакте, YouTube, и на последующих этапах это одностраничные сайты. Почему выбран ВКонтакт и YouTube? ВКонтакт может быть сейчас не самая модная социальная сеть. За модой не угнаться, и нет за ней смысла гнаться, ее нужно просто опережать. Но ВКонтакт был, есть и останется однозначно самой массовой российской социальной сетью, потому что это социальная сеть, которая была создана у нас в России. ВКонтакт – это единственная социальная сеть из российских, которая имеет такую крутейшую бизнес-поддержку. Количество приложений, которые написаны ВКонтакте, расширяющие его возможности, просто огромно даже на сегодняшний день. Рекламный кабинет ВКонтакте – это то, что очень просто и хорошо работает, и главное – быстро. А количество сервисов, которые сделаны для работы с контактом, только одним с контактом, количество программного обеспечения, которое написано для социальной сети ВКонтакте. Вот если эти сервисы и программы сложить в одну стопочку, а в другую стопочку сложить все, что написано для всех других интересных, полезных, модных социальных сетей, стопочка ВКонтакте будет вот такой, а все остальное будет где-то вот так. Но это абсолютно не значит, что если вы уже имеете какой-то практический опыт в работе в другой социальной сети, вы должны от нее отказаться. Нет, все, что я буду говорить, во всяком случае, в базовой версии нашего курса, легко повторяемо, легко адаптируемо под другие социальные сети. Контакт был взят именно только для того, чтобы показать всю схему, от самого простого до полностью автоматизированного под ключ. Когда будут записаны все этапы, все три этапа этого тренинга, мы будем дописывать реализацию схем работы под другие социальные сети. Почему в качестве второй социальной сети я взял YouTube, то тут вообще все очень просто. Коллеги,
На данный момент колоссальное количество различных заманчивых, интересных предложений, которые сыпятся на людей со всех сторон. Но чаще всего этим предложениям не веришь, потому что за этими предложениями, за этими красивыми текстами, за этими красивыми картинками в большинстве случаев не видишь человека и не доверяешь всему вот этому рекламному, скажем так, хаосу. У кого мы покупаем, кому мы идем? Только тем людям, которым мы верим. И тут ключевое слово «людям». То есть сетевое – это бизнес-отношения, я уже это говорил. И мы идем на человека. Поэтому как быстрее всего завоевать доверие? Это, конечно, видео. Почему, например, это единственный ролик, в котором вот я его записываю и показываю себя? Мне хочется показать вам, что все, что я говорю, это все честно. Я рассказываю только о том, что делал, делаю и буду делать вместе с вами в рамках этого тренинга. Поэтому видео – это мега крутой инструмент. И если видео, то значит однозначно YouTube – это социальная сеть, которая создавалась для продвижения видео, которая развивалась и сейчас активно развивается. Кто-то может сказать, ну мы же можем записать видео и выложить его ВКонтакте. Да, конечно, но если вы сделали хорошее видео, то просто грешно выкладывать его только в одно место. Видео – это то, что работает и работает уже без вашего участия. Поэтому качественные свои видеоролики, которые мы научимся записывать и монтировать по простоте в рамках даже базовой версии этого тренинга, нужно будет размещать максимальное количество мест. Ну, во всяком случае, как минимум ВКонтакте и как минимум YouTube. Что еще мне хочется сказать, коллеги, что сейчас мы живем в век мобильного интернета. Да, без вот этих вот устройств уже абсолютно никак. Я прекрасно знаю людей, которые весь бизнес выстроят только на мобильном интернете. И это хорошо, и это прекрасно. И те, кто пользуется мобильным интернетом, пожалуйста, продолжайте им пользоваться, это хорошо. Но все уроки, которые записываются в рамках этого тренинга, я их записываю применительно к версии ПК. Сайты, которые я показываю, они будут по-другому выглядеть на экране ваших телефонов, потому что есть вариант для персонального компьютера сайта и вариант мобильной версии. Они отличаются. Но базовую часть можно спокойно пройти при уверенном владении телефоном и на телефоне. А вот все, что у нас пойдет дальше, продвинутые версии и средства автоматизации, их будет либо очень сложно реализовать на телефоне, либо практически невозможно, потому что программы, о которых я буду рассказывать далее, программы, которые снимут с вас рутинную работу, они не работают на мобильном телефоне. И, конечно, если вы хотите получить максимальную эффективность от своей работы в интернете, вам потребуется компьютер. Сейчас компьютер – это далеко не роскошь, это уже просто необходимый инструмент. Я не призываю вас всех сейчас бросить все и идти покупать стационарные компьютеры. Вот я бы вам предложил задуматься над вопросом о приобретении ноутбука. Это наиболее оптимальный сейчас вариант, который позволит вам быть мобильным, встречаться со своей структурой, показывать какие-то презентации на большом экране, ну больше, чем мобильный телефон. Вот сейчас у меня в руках ноутбук Sony, сделанный в Японии, на мощнейшем процессоре, который сейчас является одним из самых последних i7, с твердотельным диском, то есть очень быстро работающим, и с достаточно большим объемом оперативной памяти. И вот этот вот ноутбук конкретно стоит 23 тысячи рублей. Вот посмотрите, выглядит он вот так, очень презентабельно. Но это крутейшая вещь, то есть на нем можно делать все. Вам для работы потребуется ноутбук, ценовой диапазон которого где-то 15 тысяч, вот так вот за глаза. То есть такая цена – это цена, ну, в принципе, нормального мобильного телефона. Если вы меня спросите, почему так недорого, я вам объясню. Это ноутбуки БУ. Я принципиальный противник покупки новой техники компьютерной, потому что она очень быстро устаревает и очень быстро падает в цене. То есть если вы не можете
первые 6 месяцев выжать от этого нового ноутбука все, на что он способен, то вы просто выкинули деньги. Поэтому проще купить презентабельный, проверенный временем аппарат и чувствовать себя прекрасно. Но это моя рекомендация, как вы будете поступать, это уже ваше дело. И в заключение я скажу еще об одном. Наш тренинг, во всяком случае, на первом этапе, вы его как раз сейчас и будете проходить на первом этапе, то есть на этапе становления, у вас есть прекрасная возможность общаться вот напрямую с человеком, который многие уроки этого тренинга записывает, то есть я о себе. Пожалуйста, если у вас возникают какие-то трудности, вы посмотрели несколько раз обучающие ролики и не получается у вас что-то, то есть вы попросили поддержки в нашем командном чате и вам не смогли помочь, не надо просто сидеть, опускать руки, разочаровываться, тратить время. Время – это самый драгоценный ресурс. Пожалуйста, связывайтесь со мной, свои контакты, свой мобильный телефон, на котором и WhatsApp, и Viber я оставлю. Ссылочку на свою страничку ВКонтакте я тоже оставлю. Пишите мне в личные сообщения. Ссылку на свой YouTube-канал тоже оставлю. Ну, здесь вы можете просто смотреть, чем я занимаюсь. ВКонтакте, пожалуйста, пишите в личку, добавляйтесь в друзья. Не смогу взять уже предел, у меня исчерпан. В подписчиках однозначно оставлю. А на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Возможно, найдете для себя много полезной информации. Итак, на этом я закончу. Внимательно смотрите уроки тренинга. Выполняйте все домашние задания и при необходимости связывайтесь со мной напрямую, чтобы быстро решать какие-то вопросы возникшие. И убедительная просьба, если что-то непонятно, если есть какие-то пожелания по подаче информации, по добавить что-то еще, вот это нам не ясно, расскажите подробнее, пожалуйста, пишите в ответах в домашке, либо пишите мне в личку, еще раз повторюсь, все контакты будут под этим видео. Благодарю вас, успехов, клиентов вам из интернета.